Всем здорово. Очень давно не записывал. Серия. Давайте продолжать, а то так и забросить можно. Где-то месяц я не играл, ничего не записывал, ни сталкер, там, ни гонки, ничего. Так, что мои уроды нашли на этот раз? Они нашли... вот так. Так. Облюбовал это место, он чувствует себя как дома, я не могу его прогнать. А, да, давай. По-моему, у меня такого нету. Да, да, они внесены. Нет у меня такого. Что это вообще такое? Пью кумуку. Пью мукуку или... или как там? Что? Морской огурец. Пью кумуку. Да, все про водный тип. Пусть хранилище отправляется. Так. Звездочка. Старью тоже. Да, конечно, давай. У меня тоже звезды нету. Угу. Тоже водный тип. Нет. Все, пригодится. Ну вот все. Сейчас пособираем. Барахло. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ну, вроде все. Так. Сейф. Я здесь сохранился. Что там у нас по флажку дальше? Хапу или как там ее зовут? Халу? Я уже забыл. Или... Хопу, я... Честно, не помню уже. У них тут на Х имена. Хапу, да. Ну что, все хорошо прошло. Так. Опять против меня бой. Что ж такое? Так, он, по-моему, ядовитый тип. Угу, есть эффект. Давайте, может, буйством. А, я думал, хватит урона. Блин, еще и гиперзелье. Походи. Хорошо. Что-то я большего ожидал. А какое там мастерство, о чем ты говоришь? Из мира зверей.
это легко. Путь к святилищу. Давайте сейв сделаем. О, стой. А ну-ка. Дикий заряд, вилл чардж. Хорошая электрическая атака. Ну, огромный каньон, что там ждет впереди нас? Оживитель, спасибочки. Да хватит болтать уже, пошли. А, пьюпитара, я, говорит, подлечу, ну вот это хорошо. Пошли уже в каньон. А, и сразу Стас Михайлов там стоит, хорошо. Вижу тебя. Каньон тренеров, да, называется, как я понял. Гарри Ветеран. Бихейм. О! Так, это, по-моему, психический тип или призрачный. Давайте проверим это. Да, эффективно, психика. Тихо. Очень сильно он ударил. Это что же разовьешься, а? Баннет. Давай тебя возьмем. Попробуем. Против Баннета, это точно призрак, я помню его. Да. У меня есть против него средство, вот это. Угу. Фантом исчез. Давай накопление, пока он исчезает. Фантомная сила. Хорошая, конечно, атака. Так, травы я не вижу никакой. Где тут бутылка? Дикий заряд. Кстати, смотрите, Арканайн может было. Давайте ему дадим. Забудем вот это, потому что... Мало ли понадобится электрическая атака добить какой-нибудь водяной там тип. Так, что у меня по банкам-то? Стероиды, гиперселия. Ну, есть чуть-чуть. Пьюпитар все-таки еще не развитый, а? Это плохо. Ну и куда это ведет? А, да? Протеин. И сразу его используем. Не имеет эффекта. Да что такое? А мне больше никому он и не нужен. В таком-то случае.
Вот как. Они нападают тут прям так. Болдер. Угу. 43 уровень. Неплохо. Давайте тогда использовать спреи. Да, надо только их найти. А, вот. Что-то маловато, всего 4 штуки. Где тренер? Давай. Пока, я надеюсь, он там доболтает, пока мы надеремся. Чтоб на глаза ему надавить. Спинда, наверное, нормального типа, а на каменному моему ничего не сделаешь, по идее. Ну, конечно, да. Так, это конфуз, да? Давай, давай, добей ее. Чё церемонится? Мистовство? Охренеть, это драконья атака. Давай. Вот это да. Надо покемон Татабас посмотреть. Как это так? Праймер выучил неистовство. Жесть. Сверхселье. И сразу двойной бой. Ну хорошо. Сенслэш, Найнтлс, Алольские. Снежная тревога вызывает град на поле брани. Тут бы оползнем по двоим пробить, а ты... Так, ледяной луч. Ого, держись. Хорошо походил. А чё такое, он крепкий такой. Стальной коготь. Фух, не добил. Так, зато Сенслэш загорелся, поэтому он и не добил. Сто 120 восстанавливает здоровье. Пью петару. Продолжаем. Неправильно я походил. Надо было Найтлса бить. Этот с ожогом. Да, надо было вообще его лечить. Чё это я забыл?
Я смотрю, рот там до сих пор болтает. Это просто охренеть, если честно. Почему так долго, у меня вопрос. Старый пирог. Так. А, их оббежать можно, да, было? Ну зачем? Ага, так. Оживитель пригодится. Высота. Да, спрей применяем. Лотерейка. А, давайте с ним сразимся. Чё мне его оббегать? Мне наоборот нужен опыт. Я вон Пьюпитар, конкретно такой аутсайдер группы. Все уже поразвивались давно, он как дурачок никак не разовьется. Так, Абутопс. Может быть вот так. Все-таки вода опасная будет для Пьюпитара. Скрежет. Ой, он очень сильно защиту снял. Да. Тайрантрум. Я не помню, кто это. Оу. Тогда так. Хорошо. Чё отказываться от сражений, правильно? Не так? Скрытый ход какой-то есть. Хорошо, еще тренер. Ксату. Птичка психическая. Поползем давай. Блять, да что ж такое, как запарили они. Дамажат так сильно. Искишь 53, ух ты. Дьюган. Так, ну тут конечно мы меняем. Давай, наверное, Праймапа. Он спец по ледяным, под ледяному типу. Давай. Хорошо. О! Тоже подмастил. Кангасхан. Ни хрена себе. Попади. Чуть-чуть не хватило опыта. Веревка.
Ну, так все-таки тут нужно Маздейла брать. Еще один тренер. Давайте сделаем лечение. Хорошо, вспомнил. Критическим ударом Ксату пробило в начале боя. Так, что у тебя? Мавайл. Блин, это плохо, он стальной. У меня Юпитер ничего ему не сделает. Или что там? Да, он неэффективен абсолютно. А вот Арканайном, наверное, возьмем. Огнем попробуем. Накопление. Хорошо, еще и загорел. Давай, дикий заряд, добей его. Вивайл. Блин, ну можно рискнуть. Он ледяной, конечно, но у меня Пьюпитер целый. Я думаю, что Вивайл с одной ледяной атаки не пробьет. А пробью ли я его камнями? Да. Вивайл. Землетрясение. Опа. Буйство. Давай за место буйства землетрясение возьмем. Вот это интересно. Это очень хорошая атака. Еще проход есть. Ага. Dazzling Glam, наверное. Ну, переводится так. Так, и он наносит урон. Мощную вспышку. Кто может? Да, никто не может. К сожалению. Ну, уходим отсюда. Что такое? Давай, иди, не останавливайся. Мост, конечно, стрёмный, потому что у него ни перил никаких нету. Ни поручни. Да не останавливайся, беги. Страх преодолеть, да, надо? А не подлечишь ли ты мою команду? Вот лицо. Да, хочет отдохнуть Юпитер. Замечательно, прям
в тему. Чуть раньше бы появилась бы она, сэкономил бы на банках самородок на продажу. Матчем тяжелый валун. Так, а куда сдвигать? Наверное, все-таки сюда, да? В уголок в этот. Давай, давай, глаза. Ой, опять, блин, второй раз выпадает херня. Я, похоже, неправильно сдвинул его. Да. Надо возвращаться. Все-таки не вправо, а вниз надо было вот так, как я изначально подошел. Что, что? А, лестница. А тут что? Даскбол. Лестница, давай-ка. Там внизу каратека, вижу, занимается. Вот ученый. Это что, типа Дороги Победы? Или Victory Road? Магнезон. Но он опасен. Если у него флеш-кэнон есть, световая пушка. Хана будет. Моему пьюпитару. Как же опыта мало, а? Все-таки. О! Еще один мост впереди. Пан, девушка, пан. Скрафти, он опасен. Защита какая. Большой удар. Рискнем. Скрафти. А скрафти мне, пожалуйста, какой-нибудь предмет. Те-те-те-те-те-те. Хорошо, он в эту сторону шел. Там каратека внизу был, внизу еще эти
элитные вот эти тренеры стоят, еще целый внизу ряд тренеров. Хороший здесь кач. Пангора. Наверное, мне хватит шутить, потому что это бойцовый тип. Он просто сейчас ваншотнет, чертя. Пью петара. Ставим тоже бойца. Вовлечение. И что это происходит? Железный кулак теперь поменял способность. А ну. А, нет, ну ты ж поменял мне на железный кулак. Давай перекрестный удар. Хорошо. Кродонт. Кродонт. По-моему, это краб такой водяной. Амар, да. Из Сина или Хоина, я не помню. Хороший покемон. Очень сильный и крепкий. Ну, я имею в виду защита большая. Вот специальная защита. Вот посмотрите, сколько их там. И мне к ним. Спускаемся по дереву. Игдрасиль. Сходим сюда. Так. Опа. Это плохо. Что действие спрея кончилось. А, у меня еще такой спрей есть. Хорошо. А вот и каратека. Блин, наверное, надо... Вот и все, говорит. Наверное, надо было Пьюпитара сейчас мне заранее поменять. Чтобы сейчас ход не терять. Кто там у него? Поливрат. О, да. Пьюпитар для него, конечно, как легкая добыча будет. Мало того, что он боевой, он еще и водяной. Но есть Лилигант. А он может выучить ледяной кулак против Лилиганта. И законтрить. Динамический удар. Ну или так. Ой, блядь. Обгони его, пожалуйста. Хорошо. Разница в уровнях дала о себе знать. Если бы Поливрат был 55-го, он бы не упал бы с одного удара. Он крепкий очень. Тут только разница в уровнях сейчас зарешала. Так, исцелитель. А, и все. Бой против каратеки и исцелитель. Ну, неплохо. А это куда я сейчас выйду? Ага, это вообще к началу тропы. Сокращаем путь таким образом. Да. Так, я видел тут... Что-то тут хитро спрятанное. Эй, отдай свой некро... Насекомиум Z, мне все равно, есть он у тебя или нет. Какой же ты глупый чувак. Если ты так рассуждаешь. Ворчун. Поньярд. А я его сделаю.
Очень слабый. Тут еще по воде поплавать можно. Поплаваем. А вот тот каратека, которого я сверху видел. Давайте уже все посещать, что раз здесь. Зачем кого-то с кем-то сражаться, кого-то оббегать. Крабоминейбл. Ого. А вот так. Это ж этот развитый, да? Боец, как там его, крабик такой, ледяной молот. А вот так. Да, он ледяной. Хорошо. Опа, ну сейчас докачается Юпитар до 55-го. Если не дадут уровень, то я ему редкую конфету. Ну, если он не будет развиваться, я ему редкую конфету дам. Джордж Серфер, а Джошах Голдак. Ну тут без вариантов, тут надо подменять. Это очень хороший боец у него, водяного типа. Я считаю его по статам крайне сбалансированным. Водомет. Это несерьезно. На 47 уровне. Он и по дизайну красивый, этот Голдек. Тип у него один водный. И по статам он офигенный. Так, Прайма 55. А вот Пьюпитару все-таки еще не хватило. Так, что тут? Флеймтроуэр. Огнеметик у нас здесь. Арканайн может, но я ему не буду его давать. Потому что у Арканайна больше атаки обычно. Ему надо физические приемы изучать. Не специально. Блин, вот эти вот перепрыжки напрягают сильно. Что? Она здесь откуда звездная пыль? Ой. Все, да? Ну да. Неплохо. Ну пошлите, тут три тренера. Дальше, как я понял, новое испытание островное будет. После каньона. Экс-тренер какой-то. Эйс-тренер. Пьюпитар. Мы его сделаем, этого Гравеллера. Потому что есть землетрясение. А, ну да, ну да. Бы так бы отлетел бы сейчас. Ну вот, 55-й. Потом будем смотреть, давать редкую конфету или нет. Лапрос. Давай, наверное, Прайма сразиться против Лапроса. Опасно подставлять под ледяного покемона травяной лилигант.
Ну, не может быть. Я, если честно, не надеялся. Я уже готов был открыть сундук и дать ему эту конфету редкую. Наконец-то, блин, аутсайдер. Группы развелись. 50, черт возьми, 5 уровень. Это жесть. Ну, Керанитар зато. У меня никогда в команде не было такого покемона, никогда. Я, конечно, знаю про него, но... И то, что мега-эволюция есть. Заполнил декс, да? Шикарно. А, земляной тип убрался, каменный темный. О как. Я сохранюсь. Керанитар, да? Булыжник держит. Я ему поменяю его. Ого, у него статы какие. Ой, как все криво, очки вот эти пошли. Это в идеале, надо исправлять все, убирать. Так, я видел, у меня просто, как он там называется, пояс силы или что-то такое. Вот, сила атак физических приемов. Чтобы он всеми физическими приемами бил сильнее. Ну, немного, не одним там каменным. А всеми. Мега камня у меня, к сожалению, нету. Я не знаю, где его взять. Талон Флейм. О, это плохой выбор против Керанитара. Давай поток песка. Оползень. Эрбак 55, хорошо. Вейлорд. Кто это, я не помню. Давай попробуем оползнем его испугать. Ё-моё, какой он выносливый. Она и будет. Так, а давай разгрызание. Хорошо, критический удар. Глэсион. Ледяной тип. Оползень давай. Блин, выносливые все. Ай. Песчаная буря добила. Ха-ха-ха. Ну вот видите, как теперь бои пошли. Был Пьюпитар, он, блин, был невыносливый, медленный. Урона мало. И вот теперь Керанитар. Я скажу так, что прокачка, ну, терпение того стоит. Давайте против Стаса Михайлова сразимся, вот стоит. И перед входом, наверное, сохранимся и закончим серию. Хотя... Да, нет, мы зайдем, посмотрим, что там. Эрик ветеран. Так, что там у него? Ноктау. Не вопрос. Не пробуждение песков, а Sandstream, поток песка. Переводится это. Попутный ветер. Молодец. Шикарная атака. Всю команду ускорил он. На 5 ходов, по-моему. Или на 3. По-моему, на 3 все-таки. Флейган.
Флейган. А, нет, нет, меняем. Флейган это мы меняем на Вискиша. Это дракон песчаный, ну земляной, он опасен для Тиранитара. Видите, еще и действует поток песка. Блин, я ему на руку сыграл из-за этих песчинок. Он опережает. Ой-ой-ой, он очень сильно бьет. Надо обжечь его. Нет, не обжег. Надо лечить, надо ждать, пока закончится поток песка. Он еще один или два хода будет стоять. Рискнем. Вискиш. А, ветер, блин. Чертов ветер, точно. Это ж попутный ветер, блядский. Я забыл про него. Я думаю, что Флайган опережает постоянно. Напись дракона. Ё-моё. И буря утихла. Он все равно быстрее. Такой кривой атакой попадает дважды. Ну, компьютер, хули. Slow King. Slow King, это, по-моему, водяной тип. Нет? Хоть бы это водяной тип был. Да, это он. На всякий случай сделаем рост, чтобы маленький баф получить. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-ка. Блять, как он выживает, а? Вот как они выживают? С одним, с двумя хп остаются. Вот это что такое? Генгар. Для него шара неэффективен он. Все. Так, маленько отвлекался. Ну что, победа над этим чуваком была. Посмотрим лотерейку эту. Ротом лото, вот. Ротом сделка, неплохо. О, полечишь? Моего алтаря, да, вылечить. Хорошо, халявка. Полный негер, гейт, ты готов отправиться в точку мира любую. Заходим. Бросить вызов, да. У нас тут испытание, да, полноценное. Ну, что будет дальше, узнаем в следующей серии. Пока все. Спасибо за просмотр большой. Всем пока.